19 июня 1941 года. Командир военно-морской базы в латвийском порту Либава контр-адмирал Павел Тройнин и начальник штаба капитан первого ранга Михаил Клевенский получают от наркомата ВМФ СССР приказ привести расположенную здесь часть Краснознаменного Балтийского флота в оперативную готовность номер 2. Это означает боевое ядро флота, 12 подводных лодок, 5 торпедных катеров и 13 сторожевых катеров должны быть готовы в любой момент выйти в море. Всему береговому составу базы объявляется 6-часовая готовность к боевым действиям. Ее сухопутная часть состоит из 67-й стрелковой дивизии 8-й армии Прибалтийского особого военного округа под командованием генерал-майора Николая Дедаева. Всего около 7 тысяч человек. На нее возлагались задачи по обороне Либавы. Но дивизия была, находилась несколько севернее Либавы. И, естественно, перегруппироваться она не смогла. Просто она уже не успевала. 22 июня в 9 часов утра 29-я пехотная дивизия вермахта под командованием генерала Курта Херцога в составе 17 тысяч человек сметает советский погранотряд в Паланге. 135 самолетов вермахта бомбят Либаву и уничтожают наш военный аэродром. А уже к 10 вечера немцы подходят к портовому городу и начинают осаду. В это время Тройнин получает приказ из Ставки вывести из судоремонтного завода «Тосмары», стоящие там на ремонте подводные лодки, и эскадренный миноносец «Ленин» на военно-морскую базу в Усть-Двинск. 22 июня в 9 часов утра 29-я пехотная дивизия вермахта под командованием генерала Курта Херцога в составе 17 тысяч человек сметает советский погранотряд в Паланге. 135 самолетов вермахта бомбят Либаву и уничтожают наш военный аэродром. А уже к 10 вечера немцы подходят к портовому городу и начинают осаду. В это время Тройнин получает приказ из Ставки вывести из судоремонтного завода «Тосмары», стоящие там на ремонте подводной лодки, эскадренный миноносец «Ленин» на военно-морскую базу в Усть-Двинск. Она находилась между Рижским заливом и рекой Буллупе в северо-западной части Риги, но было уже слишком поздно. «25 июня 1941 года немцы прорываются к заводу «Тосмары» в Либаве, где советские корабли и подлодки стоят на ремонте. Тогда командир эсминца «Ленин» капитан-лейтенант Юрий Афанасьев решает взорвать корабль, чтобы тот не достался врагу. С этой же целью командиры субмарин М-80, М-71, С-1 и «Спидола», стоящих на ремонте, уничтожают собственные корабли. Документ, который это подтверждает, 5 августа 1941 года будет представлен командиром 1-й бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота капитаном 1-го ранга Николаем Египко, начальнику 3-го отделения особого отдела 2-й бригады. В 2 часа 30 минут 25 июня получаю радио от начальника штаба Краснознаменного Балтийского флота, что С-1 взорвано личным составом в Либаве, а С-3 атаковано ТКА, вероятно, погибло. Это первое сообщение о подлодках Либавы после нарушения связи с Либавой. М-83, имея повреждения, несмотря на мои приказания следовать в Усть-Двинск, почему-то зашла 25 июня в Либаву. Два дня из пушек стреляла по противнику, и после, 27 июня, взорвана личным составом. В настоящее время при моей попытке узнать, кто дал приказание подрывать подлодки, так и не узнал. Командир 1-й бригады подлодок Краснознаменного Балтийского флота, капитан 1-го ранга Николай Египко. Экипажи взорванных подлодок сходят на берег, чтобы присоединиться к сухопутному гарнизону, который защищает город. Об этом эпизоде в своем отчете упоминает и капитан Египко. До настоящего времени неизвестно, где находится весь командный состав береговой базы и всех подорванных подводных лодок, так как они все, очевидно, ушли на сухопутный фронт, что затрудняет установить точно обстановку в Либаве в первые дни войны.
Но командир неисправной подводной лодки С-3 Николай Костромичев свою субмарину взрывать не стал. Около 23 часов он пытался вырваться на ней из Либавы. На борту С-3 экипаж уничтоженной С-1 и рабочие заводы «Тосмары». Всего около 100 человек. С-3 заложено 25 апреля 1935 года на Балтийском заводе в Ленинграде под строительным номером 268. Спущено на воду 20 октября 1937 года. У С-3 серьезная неисправность, не работают трубы вентиляции, поэтому погрузиться под воду она не может и идет в надводном положении, практически на виду у неприятеля. Вскоре лодку настигают немецкие торпедные катера С-35 и С-60 из состава 3-й катерной флотилии. С-3 выпускает по ним две торпеды, но промахивается и безуспешно пытается уйти. Завязывается артиллерийская дуэль, которая будет продолжаться полтора часа. Преследуя С-3, немцы бьют по подлодке из двух 20-миллиметровых скорострельных пушек. Катерам удается обойти подлодку и сбросить прямо перед ее носом глубинную бомбу. Лодка идет ко дну. Несколько человек немцы подбирают из воды. Капитан Николай Костромичев гибнет. Часть подводников и пассажиров, они все-таки сумели удержаться на плаву. Около 20 человек попали в плен, остальные погибли в отсеках этой подводной лодки. В это время окруженный и осажденный немцами город Либава продолжал обороняться. Но 27 июня боеприпасы защитников подошли к концу. Командиры береговых батарей взорвали орудия, и осажденные бойцы пошли на прорыв, чтобы выйти из окружения. Пробиться удалось 2000 человек. В ту же ночь на торпедном катере из Либавы ушли командиры штаба военно-морской базы, контр-адмирал Тройнин и капитан первого ранга Клевенский. 29 июня Либава пала, а 4 июля там уже базировались немецкие катера 3-й флотилии «Адольф Людериц». План у гитлеровцев предусматривал, чтобы отсечь военно-морские базы с суши. То есть у них была задача загнать флот, Балтийский флот, в Финский залив и там уничтожить. В итоге 19 сентября 1941 года 67-я стрелковая дивизия, как понесшая сильнейшие потери, была расформирована. Командир эсминца «Ленин» капитан-лейтенант Юрий Афанасьев, взорвавший корабль, попал под трибунал и был расстрелян. А это отрывок из директивы Главного политического управления рабоче-крестьянского военно-морского флота номер 51 от 8 августа 1941 года. В нем говорится о руководстве штаба Либавской военно-морской базы. Бывший командир Либавской ВМБ контр-адмирал Тройнин, бывший начальник штаба Либавской ВМБ капитан первого ранга Клевенский и командир Виндавского укрепсектора полковник Герасимов проявили позорящее звание командира трусость и паникерство, преступное бездействие власти, допустили развал управления частями базы. Тройнин, Клевенский и Герасимов отданы под суд военного трибунала. 12 августа 1941 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила подсудимых к различным срокам заключения и лишила воинских званий. Но уже 11 сентября того же года Президиум Верховного Совета СССР пересмотрел дело и принял другое решение. Амнистировать всех троих, восстановить в воинских званиях и направить в действующую армию. Нарком военно-морского флота Кузнецов вернул им воинские звания. Вот, ну и, скажем так, трудоустроил. Тройнин ушел на Черное море командиром, значит, Потийской, а потом Керченской военно-морской базы. Вот, а Клевенский некоторое время был, значит, на севере, на Ладоге, а потом, в общем-то, всю остальную войну был уже на Дальнем Востоке. В это самое время, в августе 41-го, под ударом оказывается главная база Краснознаменного Балтийского флота в Таллине. 27 августа оборонительные рубежи Таллина прорваны частями группы армий «Север». На следующий день начинается эвакуация главных сил Краснознаменного Балтийского флота и бойцов 10-го стрелкового корпуса. Всего 151 военный корабль, 74 транспортных и вспомогательных судна и более 40 тысяч человек. Из них 19 903 моряка, 8 670 бойцов Красной армии, 12 806 человек из числа гражданских. Подготовка к выходу
проходило в таком суматошном порядке. Люди грузились на все, что держалось на воде. Но, тем не менее, удалось разбить всю эту армаду кораблей на 4 отряда. Первый отряд был отряд главных сил во главе с крейсером «Киров». Второй отряд был отрядом поддержки. Третий отряд «Арьергард», арьергардные силы. И дальше шли 4 каравана, 4 конвоя из невоенных судов, вспомогательных. И очень много было вспомогательных кораблей. Там были, шли еще и пограничники, шли стральщики, гражданские суда, пароходы, транспорта, госпитальные суда. Все это двинулось из Сталина. Гитлер ставит перед Верховным командованием Вермахта задачу предотвратить отход на Ленинград советских частей, продолжающих действовать в Эстонии. В первые же часы отходящую к Кронштадту эскадру атакует бомбардировочная авиагруппа морского назначения под командованием оберст-лейтенанта Ханса Эмига. Налеты 120 самолетов продолжаются в общей сложности 2 суток, все время перехода. Атаки отбивают прикрывающие эскадру подводные лодки в надводном положении. Но эскадра несет потери и от мин. Их немцы и финны установили на Балтике еще за несколько дней до начала войны. 30 августа операция по переброске эскадры из Сталина в Кронштадт была завершена. Но краснознаменный Балтийский флот понес очень серьезные потери. За 3 суток 69 кораблей были потоплены вражеской авиацией и артиллерией. В водах Балтики погибли 11 тысяч человек. В итоге уцелевшие советские корабли оказываются запертыми между Ленинградом и Кронштадтом. Передовые позиции нашего флота в заливе, всего в нескольких милях от Кронштадта, на маленьких островах Лавансари и Сескар. Выйти в открытое море советские надводные корабли не могут по 2 причинам. Во-первых, все пространство простреливается немецкой и финской артиллерией. Вторая причина. 8 сентября 1941 года немцы начинают осаду Ленинграда. Поэтому корабли с дальнобойными орудиями включают в состав обороны города. Поскольку часть кораблей была утеряна, часть кораблей находились в Ленинграде, они не могли выходить, потому что флот фактически оказался заперт фашистами. Вот. Поэтому вполне можно было снять часть людей с кораблей, часть экипажа, и отправить на сухопутную, то есть сформировать морскую пехоту в сухопутной части. Надводных кораблей Балтийского флота немцы, рассчитывая на собственную и финскую артиллерию, больше не опасаются. Но они считают, советские субмарины могут помешать курсировать грузовым судам Рейха по Балтике. Чтобы понять, какое значение «Балтийские пути» имели для Гитлера, достаточно привести данные из книги швейцарского военно-морского историка Юрга Майстера «Восточный фронт. Война на море 1941-1945 годов». В немецких конвоях в Балтийском море в 1942 году прошло 203 боевых корабля, 75 госпитальных судов и 1868 торговых судов, общим тоннажем 5 592 189 брутторегистровых тонн, на которых перевезено 405 459 солдат, 15 454 лошади, 12 866 транспортных средств и 377 856 тонн военного имущества. По одному из Балтийских путей из Швеции в Германию перевозилась железная руда. Она давала Рейху 80% стали для производства орудий и танков. По другому пути из Финляндии гитлеровцы переправляли лес. Задачей нашего флота было хотя бы отчасти приостановить этот транспортный поток. Народный комиссар ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов издает директиву для Военного совета Балтийского флота. Нанести максимальный урон противнику на его коммуникациях и закупорить финские шхеры минами. Большая протяженность продольной коммуникации Финского залива и необходимость в связи с этим иметь промежуточную маневренную базу для действий наших легких сил и выхода подлодок ставят перед флотом первоочередную задачу овладение островом Гогланд и островом Большой Тютерс.
Выполнить задачу должны подводные лодки. Между тем, немцы вести войну на море с русскими не планируют. Их цель – просто не допустить прорыва советских субмарин на Большую Балтику. Опасаясь нападения советских подводных лодок на свои конвои, немцы при содействии финских ВМС решают блокировать нашим субмаринам выход в море. В декабре 1941 года немцы выставляют системы заграждений из 12 тысяч мин. Расстояние между ними зачастую не превышает 20 метров. К весне 1942-го количество мин, запирающих наши субмарины от выхода из Финского залива, превысит 21 тысячу. В итоге противолодочный рубеж составил для советских подлодок преграду глубиной в 370 километров. Ставились эти мины с таким расчетом, чтобы подводная лодка вот при форсировании хотя бы даже одного только передового восточного рубежа уже имела 50% вероятность подрыва на мине, если она идет на перископной глубине, и 25% вероятность подрыва на мине, если она идет на большой глубине, от 40 метров и больше. Ну, вообще глубина Финского залива в тех местах не более 60-70 метров. Поэтому маневр у подводной лодки по глубине был ограничен. Но несмотря на то, что задача казалась почти невыполнимой, советские подводники готовились к прорыву. По плану командования, развертывание подлодок в Балтийских водах происходило небольшими группами в несколько этапов. На первом они переходили из Ленинграда в Кронштадт. Из-за маленькой глубины идти приходилось в надводном положении. Чтобы не попасть под огонь вражеской артиллерии, переходы осуществлялись по ночам. Там подводники загружались топливом и боеприпасами. На втором этапе субмарины шли в сопровождении катеров до острова Лавенсари, применяя дымовые завесы. На острове подводники подзаряжали аккумуляторы. Перед выходом на боевые позиции необходима была подзарядка аккумуляторных батарей, и здесь их могли прикрыть, по крайней мере, с воздуха, для того, чтобы они могли зарядить свои батареи. Именно у Лавенсари на магнитных минах 13 июня 1942 года подорвалась подлодка Ща-405, а 14 июня – М-95. Но самым опасным был третий переход от Лавенсари через Финский залив на Балтику. Целых 370 километров, заминированных немцами и финнами. Тут в ночь с 1 на 2 сентября 1942 года гибнет М-97. По словам историка флота Мирослава Морозова, только ювелирные действия экипажей и командиров подчас спасали подлодки от неминуемой гибели. Так он описывает выход на Балтику подлодки М-96 под командованием капитана третьего ранга Александра Маринеско в августе 1942 года. Послевоенный анализ показал, что субмарина форсировала 39 линий мин и однажды даже коснулась минрепа, но благодаря правильным действиям командира избежала встречи с миной. Особенно примечательным это достижение становится, если принять во внимание, что однотипные М-95 и М-97, ходившие этим же маршрутом до и после 96-й, на базу так и не вернулись. Что касается М-95, она погибла в 42-м году, значит, от ударов, значит, авиаудара, значит, финского самолета. Она в это время находилась в надводном положении и не могла уклониться от удара. Что касается М-97, она погибла недалеко от Таллина, вот, на мине, то есть во время форсирования минного заграждения. Первая удача ждала советских подводников в середине лета 1942 года. Субмарина Ща-317 торпедным ударом топит финский пароход «Арго». Это вызвало настоящую панику среди шведов. Спустя несколько дней после инцидента с финским «Арго» капитан шведского судна «Виргиния» замечает перед собой подводную лодку в надводном положении и сразу приказывает ее протаранить. Только потом выяснится, это была шведская субмарина «Шобарен». Со дна ее поднимут только в 1943-м. После того, как наши подводники начали уничтожать шведские транспорта с рудой, значит, там, в общем-то, была определенная паника вплоть до того, что они таранили и уничтожили собственную подводную лодку, приняв ее за советскую. После потери первых транспортных судов противник понимает, советские подводники все же прорвались на Балтику. Тогда немцы отслеживают точки, с которых наши подводники выходят на связь со штабом. И в предполагаемых местах появления советских субмарин выставляют новые минные заграждения.
Мины устанавливаются даже в шведских территориальных водах. На одной из них 15 апреля 1943 года подорвется шведская субмарина «Ульхен». Но и Балтийский флот несет тяжелые потери. 8 советских субмарин пропадают без вести. Но, несмотря на потери, подводники Балтфлота продолжают охоту на вражеские конвои, которые теперь охраняются боевыми кораблями. 9 июня 1942 года. Из Кронштадта к Лавенсари выдвигается подводная лодка «Ща-304» под командованием капитана третьего ранга Якова Афанасьева. Спустя 3 дня она преодолевает минные рубежи и выходит на боевую позицию у маяка Порколан-Калбада. «Ща-304 «Комсомолец» заложена 23 февраля 1930 года на заводе «Красное Сормово» в Горьком под строительным номером 550-1, спущена на воду 2 мая 1931 года. 11 июня «Комсомолец» засекает транспортное судно врага и тут же выпускает по нему торпеду. По данным советских историков, жертвой подлодки стал пароход «Нюрнберг», перевозивший на борту несколько танков. Спустя 10 часов «Комсомолец» обнаруживает еще один транспортник и наносит удар торпедой. На этот раз торпеда проходит мимо цели. Чтобы довершить начатое артиллерийским огнем, командир дает команду на всплытие. Но в этот момент обнаруживает, корабль вооружен 2 орудиями. Подлодка попадает под обстрел и погружается под воду. Вражеский корабль начинает преследовать «Комсомолец», сбрасывая на него глубинные бомбы. Уворачиваясь от атаки, подлодка сталкивается с затонувшим судном и получает повреждения, но продолжает уходить от вражеского огня. Преследование подбитой лодки длится в общей сложности почти 4 суток. За это время на нее было сброшено 150 глубинных бомб и совершено 7 атак с воздуха. Помимо этого, лодке пришлось форсировать 22 минных заграждения. Но экипажу все же удалось вернуться в Лавенсари, а потом на базу в Кронштадт. В следующий раз «Комсомолец» отправится на задание после починки. Но из этого похода лодка уже не вернется. Она подорвется на глубинной бомбе. Погибнут 42 члена экипажа. Практически каждый выход подводной лодки в такой ситуации – это был подвиг. И в большинстве случаев это был поход в один конец. И подводники это знали. 14 августа 1942 года с заданием выставить мины на путях вражеских транспортников Финский залив форсирует другая подводная лодка Балтфлота – Л-3. Л-3 «Фрунзовец» заложена 6 сентября 1929 года на Балтийском заводе в Ленинграде под строительным номером 197, спущена на воду 8 августа 1931 года. 25 августа «Фрунзовец» выставляет минные ловушки рядом со шведским городом Трелеборгом. 28 августа и 25 сентября 1942 года в них попадут 2 вражеские шхуны. Заходили из Германии в Финляндию транспортные суда, не военные, и Швеция поставляла руду Германии. Там тоже был свой маршрут, по которому ходили шведские суда, но и туда достигали наши подводные лодки. И там топили. Даже шведские нейтральные корабли суда подвергались вот таким праведным атакам, что называется. 1 сентября «Фрунзовец» снова сталкивается с противником. Им стало некое транспортное судно и сопровождавший его миноносец «Фальке». И тот, и другой получили по торпеде. Согласно последующему рапорту капитана Грищенко, последнее, что он видел через перископ, прежде чем уйти с места боя – тонущий транспортник и дымящийся миноносец. Стоит сказать и о дальнейшей судьбе самой подводной лодки «Л-3». «Фрунзовец». На ее счету будет еще 6 боевых походов. Из последнего она вернется 25 апреля 1945 года и День Победы встретит в ремонтном доке. 21 мая 1956 года «Л-3» разоружат и превратят в учебную станцию, которая будет исключена из состава ВМФ СССР только в 1971 году. А в 1995 рубку знаменитой подводной лодки в качестве мемориала установят на Поклонной горе, где она находится по сей день.
7 октября 1942 года, преодолев заграждение в Финском заливе, на боевую позицию выходит субмарина «Ща-303» под командованием капитана третьего ранга Ивана Травкина. «Ща-303 «Ёрш» заложена 5 февраля 1930 года на Балтийском заводе в Ленинграде под строительным номером 201, спущена на воду 6 ноября 1931 года. 18 октября «Ёрш» атакует немецкое транспортное судно под охраной эсминца и благополучно уходит от ответа последнего. Спустя два дня субмарина выпускает две торпеды еще по одному транспортнику. Обе попадают в цель. 2 ноября – попытка новой атаки, но на этот раз экипажу «Ёрша» помешал шторм. 4 ноября «Ёрш» тратит последние три торпеды на шведский пароход «Лидинге» и пытается уйти в Кронштадт. Его преследуют конвойные эсминцы и авиация противника. О том, в каких условиях подводной лодке пришлось отходить, 17 лет спустя в своей книге «В водах Седой Балтики» будет вспоминать ее командир, герой Советского Союза Иван Травкин. «Два часа непрерывно бомбили нас. Два часа мы провели в аду. Но люди, уставшие, измотанные, задыхающиеся от недостатка кислорода, борются. Несмолкающий грохот бомб, лишивший вражеских акустиков возможности прослушивать лодку, позволяет нам запустить помпы, откачать лишнюю воду. Осторожно, ползком, уходим с проклятого места». 13 ноября «Ёрш» благополучно вернулся на базу, но даже после успешно выполненного задания возвращались далеко не все. Всего в 1942 году Краснознаменный Балтийский флот потерял 13 подводных лодок и 384 подводника. При этом было затоплено около 50 транспортных судов врага. 22 декабря в германском штабе прошло совещание, на котором были сделаны неутешительные для немецкого командования выводы. Процитирую. «Каждая русская подводная лодка, прорвавшаяся в Балтийское море, представляет угрозу судоходству на всем море и подвергает опасности транспортные суда, которых уже не хватает для перевозок воинских грузов и стратегического сырья. Единственным решением проблемы стала установка в Финском заливе двойных противолодочных сетей». Апрель 1943 года. Немцы начинают устанавливать поперек Финского залива стальные противолодочные сети. Они тянутся от одного берега к другому. В промежуток между каждой сетью и дном немецкие подводники устанавливают несколько ярусов мин. Поэтому весной 1943 года боевые походы подводных лодок нашего флота на Балтику прекратились. Но столкновения с немецкими подлодками для наших моряков начались летом 1944-го. Именно тогда верховный главнокомандующий Кригсмарине Карл Дёнец направляет на Балтику экипажи немецких подводников, получившие боевой опыт в Атлантике. Было, значит, несколько подводных лодок, в Финский залив направлено, вот, потому что наши, получив возможность базироваться на уже порты Финляндии, которая вышла из войны, как сказать, уже могли выходить в Балтику. Вот, поэтому немцы очень занервничали. Вот, начались, естественно, столкновения, прежде всего, с нашими, значит, противолодочными кораблями, малыми там морскими охотниками. 22 июня 1944 года в Финский залив входит подлодка У-679 под командованием обер-лейтенанта Фридриха Бреквальта. 15 июля субмарина встречается с советскими катерами ТКА-57 и МО-104. Первым У-679 атакует ТКА-57, но торпеда проходит мимо. Подлодка Бреквальта отстреливается из 20-миллиметрового орудия и пытается уйти. Тогда МО-104 открывает ответный огонь и попадает в рубку подлодки. Три члена экипажа гибнут, но лодке все же удается уйти. В следующий раз У-679 всплывет 5 августа у Нарвского залива и тут же обстреляет дивизион катеров-тральщиков под охраной малого охотника БМО-522. После ответного огня охотника лодка погрузится под воду. Через два часа БМО-522 и два советских бомбардировщика обнаружат снова всплывшую У-679. К
Катер сбрасывает перед У-679 несколько глубинных бомб. Подлодка погружается. Через несколько минут на поверхности появляется масляное пятно. На него сбрасывают снаряды-бомбардировщики. Но, как выяснится позже, немецкая подлодка получила всего лишь небольшие повреждения и благополучно вернулась на базу. Командир МО-124, он должен был дождаться пятна и только потом идти дальше своим отрядом, который он сопровождал. Он не дождался, ушел, доложил, что он лодку потопил. За несколько дней до этого, 30 июля 1944 года, в 12:45, другая немецкая субмарина У-250 под командованием капитан-лейтенанта Вернера Карла Шмидта торпедным ударом топит советский катер МО-105. Гибнут 19 членов экипажа. Звук взрыва слышит экипаж другого катера-охотника, МО-103, под командованием старшего лейтенанта Александра Коленко. Катер отправляется к месту гибели МО-105. Акустик катера обнаруживает немецкую подлодку. На нее сбрасывают 5 глубинных бомб. По воздушным пузырям на поверхности Коленко понимает, немецкая подлодка получила пробоину и идет ко дну. 46 немецких подводников тонут. Но 6 членов экипажа, включая командира Вернера Карла Шмидта, которые смогли всплыть, советские моряки берут в плен. После допроса Шмидта выясняется, на борту затонувшей Ю-250 находятся опытные образцы новейших акустических торпед Т-5. По его словам, это оружие сконструировано так, что само наводится исключительно на военные корабли. Торпеды просто реагировали на звук двигателей быстроходных судов. Командование Краснознаменным Балтийским флотом решает, образцы торпед нужно во что бы то ни стало заполучить. Для этого необходимо поднять подлодку, затонувшую на глубине в 27 метров. Задачей немцев было этого не допустить. Несколько дней у места затопления У-250 кружат советские спасательные суда. Группа водолазов днем и ночью пытается подвести под затонувшую субмарину стальные тросы. Туда подлетали и разведывательные самолеты, которые могли бомбить судоподъемные наши суда. Могли даже подходить подводные лодки для того, чтобы их торпедировать. Поэтому с максимальной скрытностью велись эти работы. Наконец, лодка была поднята и погружена на понтоны. Из отсеков субмарины извлекают тела членов экипажа. Они будут похоронены на лютеранском кладбище Кронштадта. На борту подлодки находят карты минных полей Балтики. Но главная цель находится в носовой части У-250. Те самые торпеды Т-5. Дело в том, что нам повезло, и когда Ю-250 была потоплена, значит, мы выловили командира этой лодки, значит, Шмидта, вот, который согласился сотрудничать с нами. И когда лодку поставили в док и начали обследовать, а, конечно, торпеды были, значит, там стояла еще аппаратура самоликвидации при разборке, он, в общем-то, нам немножко обеспечил, значит, в этом плане безопасность. И нам удалось изъять оттуда 2 торпеды Т-5, «Крапивник» назывались они, и еще шифровальную машинку «Энигма» знаменитую. Тем временем ситуация на фронте для балтийских моряков кардинально меняется. Осенью 1944 года Финляндия заключает с Советским Союзом договор о перемирии. С этого момента советские подводные лодки получают возможность обойти минные заграждения и сети, установленные немцами, через финский Шхерный фарватер. Кроме того, отныне наши субмарины могут базироваться в финских портах. Именно из-за этого 26 сентября 1944 года Швеция, чтобы не потерять свои суда от советских торпед, прекращает поставки железной руды Германии. А сама Германия через несколько месяцев начинает эвакуацию раненых солдат вермахта и перевозку войск с Балтийского побережья. Операция по эвакуации войск с Балтийского побережья началась... Ну, с января, наверное, если так вот, активная фаза, это январь 45-го, и в течение там 3, по-моему, месяцев они вывезли порядка 2 миллионов человек. Достаточно
эффективна была операция по эвакуации. Зима 1945 года. Части Красной Армии выходят к побережью Балтики и отрезают Восточную Пруссию от остальной территории Третьего Рейха. 30 января около 2 часов дня советская подводная лодка С-13 под командованием капитана третьего ранга Александра Маринеско засекает в водах Балтики огромный немецкий лайнер «Вильгельм Гуслов». На его борту около 6 тысяч человек. Помимо раненых солдат вермахта и беженцев, на лайнере эвакуируются экипажи немецких субмарин. 918 офицеров и матросов 2-го батальона 2-го учебного дивизиона подводных лодок под командованием корветтен-капитана Вильгельма Цана. Несколько часов советская субмарина преследует немецкое судно. В 23.08 С-13 настигает Вильгельм Гуслов и выпускает в него 3 торпеды. На следующий день получивший пробоины лайнер тонет. По данным экспертов, Вильгельм Гуслов водоизмещением 25 тысяч тонн оказался самым большим судном, уничтоженным советским ВМФ за все время войны. Это был самый результативный поход, и Маринеско самый результативный подводник по тоннажу. Потому что Вильгельм Гуслов, это был гордость Германии, это был круизный лайнер. Но когда случилась Вторая мировая война, то он стал санитарным транспортом. Его призвали на военный флот фашисты. Не просто он топил его торпедами, он во время шторма на максимальном ходу догонял этот транспорт, этот лайнер. И с надводного положения торпедами его потопил. За годы Великой Отечественной войны моряки Балтийского флота потеряли 46 подводных лодок. Большинство из них гибло на минах, а не в лобовом столкновении с противником. Согласно анализу исторических документов, гитлеровцы потеряли 21 подводную лодку. И произошло это только благодаря советским морякам, которые, преодолевая мины и заграждения, рисковали собственной жизнью и шли на смерть ради победы.